Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на кейсфейл. У меня на балике 150 бачей. В прошлом видосе мы, к сожалению, весь балик просрали. У меня на балике было 1100 долларов, но я там очень жесткие ставки делал, из-за этого абсолютно все просрал. Короче, сегодня заново поднимаемся с баланса 150 бачей, и я хочу сегодня поиграть по тактике, которую я проверял, наверное, ну, месяца 3-4 назад. Мне подписчик какой-то написал в комментариях тактику в краше. Короче, в чем заключается тактика? Мы ставим условно 10 бачей на кэф 1.5, если проигрываем, нет, на 1.33 мы ставим. Да, если проигрываем, то мы утраиваем нашу ставку, чтобы просто выйти в ноль. А если выигрываем, то просто заново ставим на кэф 1.33. И сегодня я хочу по этой тактике поднять, ну, бачи 50 в идеале и дойти до 200 долларов. То есть чисто поиграть по стратегии. Потому что, когда я проверяю стратегии от вас, да и когда я какие-то просто в интернете нахожу стратегии, играя по ним на кейсфейле, ну, в 80% случаев я выхожу в хороший плюс. И это хотя бы меня как-то стопает от того, чтобы делать какие-то бешеные ставки. То есть я просто весь ролик играю по стратегии. Обычно и для видоса это классно, вам такое нравится. И я понимаю, что я не просираю баланс как дебил. То сегодня мы играем по этой стратегии. Можно, наверное, ставить по 20 бачей, потому что по этой стратегии нужно утроиться, получается, 3 раза, чтобы у нас было 3 поп... А, ну нет, так, кстати, я не смогу. Да, 180 потом не поставлю. Дайте тогда по 15. Но, может быть, в конце, если мы 2 раза подряд проиграем, я буду не утраиваться, а там удваиваться, условно. Ну, тоже более-менее будет. Тут, кстати, был коэффициент 159, но мы, к сожалению, ловим 1.33. Ладно, ставим 15 бачей. Также на кэф 1.33, как поднимем плюс 10 бачей к балансу, я считаю, начало видоса будет успешным, потому что я люблю использовать поговор. Ага, сука, мы уже утраиваемся. Ладно, 45 бачей, чтобы просто выйти в ноль, вот так вот ставим. Пожалуйста, родной, можно сейчас будет нормальный кэф? Ну, 1.33, пожалуйста. 1.1 есть, 1.2 есть, и 1.33 тоже есть. Отлично, ладно, на балике опять 153 доллара. Но все то же самое, по 15 баксов ставим на этот коэффициент. Не, но эта стратегия такая, уверенная, потому что 3 раза подряд, чтобы не было кэфа 1.33, но вот по истории такого ни разу не было. Вот здесь, нет, тоже 2 раза, а потом на 3 было. Вот здесь тоже нормально. Короче, как будто бы эта стратегия будет реально всегда хорошо окупать. Но я на это надеюсь. Конечно, есть какая-то, наверное, вероятность просрать баланс. Но пока мы идем уверенно, мне это нравится. У нас на сегодня цель поднять бачей 200 по этой стратегии. И, может, еще залечу в дабл или в колесо. Просто поделаю немножко рискованные ставочки. Давай, вот сейчас выигрываем, и мы уже поднимаем плюс 10 бачей к балансу. А меня такое, естественно, устраивает. Давай, родной, давай. 1.33, пожалуйста. Так, 1.33 мы ловим, и со старта видоса... О, кстати, 1.36 краш, ну ладно, неплохо. И со старта видоса поднимаем плюс 13 бачей к балансу. А самое главное, это как раз начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так его и закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промкод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей у себя в инвентаре, скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также оставлю промокод в описании под видео на 25 центов. Еще у них появилось одно, барабан призов. Вы можете крутануть этот барабан, если регаете, по моей ссылочке в описании под видео. И лутануть какую-либо халяву. Здесь все, что можно выбить, вы можете посмотреть. Так, ладно, полетели дальше в краш катать. У меня на сегодня цель поднять минимум плюс 50 бачей. Но на самом деле можно, наверное, будет и побольше. Ну, посмотрим, как сейчас пойдет. Пока какие-то вот кэфы бешеные идут. И меня это немножечко, ну, вот расстраивает. Потому что, ну, я бы, наверное, пытался бы поймать, если бы просто играл не по стратегии, какой-нибудь кэф 3, 4 или 5. Но сегодня мы играем четко по стратегии. Так, тут был кэф 9.58, мы заново ставим 15 бачей на этот же коэффициент и ждем, пока упадет 1.33. Давай, родной, спокойненько. Ну да, естественно, мы должны, сука, утроиться. 45 бачей ставим на кэф 1.33. Но вот мне не нравится, что если я сейчас проиграю, я не смогу утроиться. Я поставлю максимум я поставлю максимум 103 доллара. Вот это, конечно, минус. Но ставить по 10 бачей, это слишком мало поднимать. Но я надеюсь, до третьего утроения не дойдет. Отлично, 1.33 мы опять ловим. Ну что, все то же самое, 15 долларов опять на этот коэффициент. Так, тут был кэф 5.94. Ну а мы ставим также 15 бачей, полетели, родной. Давай, спокойненько, мне сейчас выдаешь 1.33. Нам сегодня нужно поднять 200 долларов. Я это уже говорю 10 раз, я просто себя программирую на позитивные мысли. Отлично, 168 бачей есть. Ну что, ждем, пока будет краш, и заново ставим все так же 15 бачей. Мы сегодня играем четко по стратегии. Давай, родной, спокойненько, как всегда, доходишь до этого коэффициента. И у нас на балике уже 173 доллара. Отлично, ну вот мне нравится играть по таким стратегиям, потому что так стабильно хорошо поднимать. То есть мы, конечно, не прям со старта видоса сделали плюс 23 бакса к балансу, но в принципе мы сделали без рисков плюс 23 бакса к балансу, а это уже плюс 2000 рублей. Ладно, сейчас еще разочек. Можешь мне выдать вот самое главное? Вот сейчас меня не сливай, пожалуйста.
Давай, 1.33. Вот как я залутаю 200 бачей, можешь выдавать что угодно. Отлично, на балике 177 бачей. Кстати, кэф был 1.65, небольшой, то можно заново ставить быстренько, также на 1.33. Давай, родной, беги, беги. Если ты мне будешь подряд каждый раз выдавать, мне такой, мне вот больше всего такое нравится в этой стратегии, когда мне даже не надо утраиваться. Отлично. Нам нужно еще выиграть где-то раза 4, наверное, и у нас будет 200 баксов на балансе. Так, кэф был 3.81, также 15 бачей на кэф 1.33. Так, давай, родной, это уже, наверное, будет раз 5. Не, ну, наверное, четвертый раз подряд, когда мы выигрываем, отлично. Да не, вот сейчас еще 3 ставки выиграть. Мы, по идее, каждый раз лутаем сколько? По плюс 4 бакса. Да, по плюс 4 бакса мы лутаем, следовательно, нам нужно... Да, еще 3 ставки такие выиграть. И даже чуть-чуть не хватит, сука. Ну, короче, ладно, играем, пока не пробьем 200 бачей. Так, F был 8.63, все так же, заново ставим. Спокойно, выдаешь мне заново 1.33. Отлично, не, слушайте, я как будто просто на халяву это забираю. Когда вот подряд столько забираешь и никогда не проигрываешь, тебе не надо утраиваться. Ну, приятно, по-другому не сказать. Отлично, еще 2 ставочки, и у нас, я думаю, скорее всего, будет на балике 200 бачей. Так, тут был F аж 24, но нас это не смущает, мы все так же дальше ставим по стратегии. Конечно, после таких кэфов есть ощущение, что он резко сольет. Ну да, ну вот, ну, возможно, конечно, это не роляет, но вот у меня вечное ощущение, что если он выдает больше 10 икса, то дальше обычно идет жесткий краш. То есть вот здесь был почти 10 икс, 1.07 потом упал. Вот здесь то же самое. Как будто бы, кстати, тоже можно под эту стратегию придумать и как-то отталкиваться. Но сейчас мы 1.33 ловим. Отлично, на балике опять 192 доллара. Ну, тогда ждем, пока будет краш. И также ставим 15 на 1.33. Так, сейчас был кэф опять 71. И вот у меня есть ощущение, что он меня заново сольет. Бля, вот так хочется какой-нибудь такой кэф поймать на краше. Надо будет сделать ролик, где я буду пытаться поймать самый большой кэф на, в краше на кейсфейле. Так, ладно, ну вроде как проходит. Ладно, ну все-таки не всегда это роляет. Но самое главное, что мы сейчас лутаем 1.33. Еще одну ставочку так побеждаем. И у нас на балике 200 бачей. Так, пацаны, тут был коэффициент 310. Если честно... Я как будто первый раз такой вижу в краше. Не, но он обычно выдает хорошие кэфы, но чтобы подряд вот из 4 кэфов были 4, точнее 3 больше 20, ну ладно, тут еще и 300. Короче, какая-то бредятина происходит. Давайте 50 поставим, потому что если я 50 выиграю, ну столько все равно не хватит чуть-чуть. Ну ладно, я надеюсь, сейчас спокойно выиграем 1.33, я же прав. Давай, вот без подстав, пожалуйста, спокойно выдаешь этот коэффициент, отлично. И на самом деле, я предлагаю последний доллар поднять в дефьюзе, потому что это будет куда легче и быстрее. Да и там сейчас такие бешеные кэфы в краше, что, честно, мне страшно на них залетать. Так, нам нужно выиграть, давайте поставим 1.5 доллара, вот так вот ставим, и спокойно выиграем. Отлично, на балике 200 бачей, но я сегодня еще хотел порисковать. И давайте сейчас поставим все, что выиграли, просто 50 бачей, разочек на красное. Если и это выиграем, то я заканчиваю видос. За ролик поднять плюс 100 баксов к балансу мне будет крайне приятно. Дабл, ну пожалуйста, ну чтоб просто вот, ну красивый итог ролика был, ну дай красный, ну пожалуйста. Ну, пожалуйста, отлично, красный нам падает, мы за видос поднимаем плюс 100 бачей к балансу. Стратегия себя показала очередной раз хорошо, то есть я опять по ней смог подняться. Тут, кстати, был еще один бешеный кэп, но не суть важно. Главное, что мы подняли сегодня плюс 100 бачей к балансу, а это почти плюс 10 тысяч рублей. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промкод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1100, вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. Еще не забывайте про барабан призов, здесь тоже много халявных плюшек можно забрать. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю!